И на этой неделе появились первые данные о том, сколько валюты Украина в нынешнем году потратила на покупку угля за границей. Того самого угля, за который теперь не получится заплатить в гривнах из-за блокады на Донбассе. Всего импортировали угля на 358 миллионов долларов. И это только за два месяца. При этом почти 70% закупили в России. Еще 20% привезли из Соединенных Штатов Америки. Прибавьте эти расходы на уголь к потерям экспортной выручки металлургов. А это миллиардные долларов. И станет еще очевиднее, почему Украине все-таки придется выполнить в этом году все, даже самые противоречивые требования Международного валютного фонда.